Объем казахстанского рынка e-commerce достиг 170 миллиардов тенге. Об этом сообщил президент интернет-ассоциации Шавкат Сабиров. В прошлом году на зарубежных сайтах казахстанцы потратили 79 миллиардов 800 миллионов тенге, что на 28% больше, чем годом ранее. В 2016-м, что интересно, больше всего куплено строительных материалов на 13 миллиардов тенге. Еще казахстанцы заказали на 11 миллиардов косметику, на 8 миллиардов электронные товары. Как оказалось, среди популярных покупок у наших соотечественников одежда, компьютеры и лекарства. Однако экономическая ситуация повлияла на покупательское настроение. По мнению игроков рынка, объемы онлайн-торговли могли быть еще больше. Сейчас виртуальные покупки совершают лишь 1 000 000 казахстанцев. Среднестатистический казахстанский покупатель в интернете, он 100% законопослушный гражданин. Ему нравится, когда все по закону, когда все правильно, когда есть документы, когда есть официальные какие-то сайты, на которых он официально может зарегистрировать. То есть, по сути, Казахстан, наверное, сегодня одна из немногих стран, которая сегодня 100% готова к электронной торговле, и которая сегодня начинает именно двигаться все больше и больше в этом направлении.